Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале информирует читателей о распространенных схемах мошенничества с использованием QR-кода. Чтобы не стать жертвой, рекомендуется использовать только динамические QR-коды, которые создаются специально для конкретной транзакции. При использовании QR-кода с бумажного носителя следует убедиться, что код не наклеен поверх другого. Администрация также напоминает о правилах защиты аккаунтов от посторонних лиц. Необходимо создавать надежные пароли и никому не сообщать одноразовые коды из СМС. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале сообщает о проведенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории района. Комиссия рассмотрела 3 протокола об административных правонарушениях. К ответственности по статье 5.35 КоАП привлекли 2 родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Также рассмотрели вопрос о мерах профилактики детской смертности и травматизма при пожарах, на объектах транспорта и в случае дорожно-транспортных происшествий. Утренняя зарядка на свежем воздухе для всех желающих прошла сегодня в парке Щорса. Об этом рассказывает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Участники выполняли упражнения под руководством опытного инструктора. Департамент транспорта городской администрации приглашает самарцев принять участие в опросе о транспортной доступности Куйбышевского района. Опрос анонимный. Для участия в опросе необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги.